Акиму. Николай Андреевич, я здесь. Вам орден надо будет вручить. Акиму здесь? Нет. Нет, не будет его? Его не будет. Сегодня коллегию сейчас оперативно назначили. И да. Фалеева. И Фалеева Акимова не будет, да? А Перская тоже в этом. Перская завтра. Завтра. Фалеев завтра. И вот, значит, Паскуалетти. Вот Паскуалетти, я не знаю. Степана надо будет спросить. У него медаль или орден? Его медаль. Медаль, да? Да. Хорошо, значит, тогда возможно Николай Андреевич. Сейчас откроем, и вы ему вручите, да? А Акимова тогда не будет. И если будет Паскуалетти, тогда... Николай Андреевич. Вот Николай Андреевич, да. Николай Андреевич. Владимир Александрович, он сегодня утром сделал такое предложение, он может помочь в совете вручить или сейчас, как вы считаете, нужно? А то вот, вот там, там сам Грачев вам будет вручать. Конечно, мне больше нравится. Где? Но. Здесь сейчас? Или там? Или на совете. Собрачев лично. Ну да. Там, да? Давайте уж там. Ну как вы, да. Как вас устраивает? Давайте. Тогда забирайте. Значит, только его, так? Да, получается, остальных вы складываете в один мешочек. Это ваш мешочек. Я вам его отдаю. А сюда? Это мой. Вот он стоит такой синий. Вот он здесь стоит. Давайте. Нет, вообще. Я так взял его в прикол. Вот так. И где-то на стол, чтобы я не забыл. Потрогайте. Вот он. Видите? Вот такой. А, фонда Вернадского. Да. А, ну это другое дело. Давайте. Хорошо, ну тогда я где-то... Нет, это я забираю с собой. Это я Владимиру Александровичу отдам, и он... Нет, а эти я оставлю вот, здесь. Вот и ваши сумки. Хорошо. Спасибо. Следите дальше. Когда будут заболеть, вы сами вручите. Если он здесь. Нет, конечно, вы не смеете. Потихоньку. Так что мы будем поехать. Ну тогда, если все равно не вручать, тогда мы сами вручим. Тогда. Тогда там, да. И Владимир Александрович сам вручит. Сам вручит, да? И Владимир Александрович сам вручит. Ну, большое еще раз спасибо. Хорошо. Вот, однако скажу. Борис Владимирович, да. Хорошо. Ну ладно, значит, Юрий Владимирович, тогда, значит, все, тогда я прощаюсь. Хорошо. И 17 числа. Что? 17 я буду. Кстати, нам присмотреть, что я тоже выступить могу. Сказать об этих всех мероприятиях. Хорошо. Будет, ладно? Хорошо, все договорились. Степан где-то есть? Так, значит, Николай Андреевич, вы будете вести программу взяли? Сейчас возьму. Возьмите программу. Значит, у нас очень жесткий регламент. Да нет, сегодня не цепляется. А, у нас часть выпадает, что? Все, у меня все кончено. Не понял. Когда кончено? Что? Когда мы должны закончить? Мы должны 17 часов. 17. Так что, в принципе, я думаю, достаточно времени. Так что можно 5-7 минут. Так, сейчас я посмотрю, что тут идет в порядке. Так. Кто? Вы здесь есть, да? Нет, он здесь, я вам тогда координаты. Тогда включайте. Спасибо. Хорошо. Вы выступаете? Николай Андреевич, нужно ваша визитка или нет? Давайте Вишняков обязательно включим. А Осипов есть?
проблемам моніторинга чрезвычайных ситуаций в природно-техногенной сфере. Я хотел бы для участников заседания сообщить, что сейчас проходит заседание коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Совместно радиомост осуществляется с Сибирью. Там заседает сам министр и полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке по проблемам последствий большого наводнения, случившегося у нас на Дальнем Востоке, на реке Амур. Поэтому некоторые изменения происходят в составе докладчиков. Я со всеми с ними разговаривал. Может быть, я на некоторых вопросах хотел бы там остановиться у них. Поэтому я бы попросил сегодня Якова Дмитриевича поучаствовать, Вишнякова, профессора, в нашей дискуссии. И с вашего позволения мы начинаем реализацию программы. Тогда первый доклад решите, пожалуйста, сделать мне по программе. И мы таким образом включаемся в работу. Так. Так, хорошо. Сегодня у нас на секции мы хотели бы затронуть ряд проблем, относящихся к глобальным процессам, глобальным опасностям и глобальным, в том числе аварийным и катастрофическим ситуациям, которые возникают в природно-техногенной сфере. И в этом плане сама проблема приобретает свое актуальное звучание из-за того, что внешние природные явления становятся, как мы наблюдаем, значимыми по двум причинам. Первая причина, что наша планета за счет активной деятельности различных наций, континентов, цивилизаций насыщается объектами инфраструктуры. И поэтому те опасные исходные природные процессы, инициирующие природные стихийные бедствия и природные катастрофы, начинают эти процессы взаимодействовать с тем, с теми инфраструктурами, которые служат человеку. Получается определенное при увеличение опасностей каждого из этих явлений, возникают каскадные природные техногенные катастрофы, и реагировать на них становится все сложнее, и это реагирование требуется, естественно, на национальном и международном уровне. Значит, я хотел бы сейчас остановиться на том, что в первую очередь подарок последнего столетия, которое человечество приобрело свое распоряжение, это мощнейшие инфраструктуры, которые были предназначены для улучшения условий жизнедеятельности государств. Вот эти мощнейшие инфраструктуры, созданные человеком, несут в себе свои опасности. И на некоторых из них, вам хорошо знакомых, я хотел бы остановиться. Но первое, это 70-е годы прошлого века. В Индии, в Хапале, на химическом заводе возникла большая катастрофа. Произошел мощный выброс отравляющих веществ в окружающую среду. И образовалось большое облако, которое распространялось и разносилось ветром. Погибло тогда сразу же несколько тысяч человек, около 3000, и около 200000 человек получили увечья для своего здоровья. Это огромная катастрофа международного масштаба стала основой для принятия декларации Организации Объединенных Наций. Она была оформлена как свой документ, и называлась она о опасностях и преодолении трансграничных аварий и катастроф.
Это был первый документ международного масштаба, и он фактически стал в определенной степени и прообразом ряда других документов и основой для разработки политики научно-технической, экономической, обзорной во всем мире. Пожалуйста, следующий. Далее, как вы знаете, с большими последствиями для планеты в целом и для континентов имели аварийные ситуации, которые возникли на атомных электростанциях. В первую очередь, это, конечно, была большая авария на станции Three Mile Island в Соединенных Штатах Америки, тогда, когда произошло повреждение активной зоны реактора, образовалось тоже выброс радиоактивности за пределы станции, но таких катастрофических больших последствий это не возникло. Удалось в определенной степени локализовать эту аварийную ситуацию, хотя станция была выведена из строя. Вот следующая авария на атомной станции, как вы тоже хорошо знаете, помните, прочувствовали, это была катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года на одном из блоков на реакторе РБМК тонального типа. И эта авария уже, конечно, имела большие последствия. Я не буду обо всем этом говорить, но могу только сказать, что эти последствия сейчас не определены, и до настоящего времени предстоит большая работа, в том числе по реформированию, реконструированию защитного укрытия для атомной станции. Пожалуйста, следующий. Вот далее произошла следующая авария уже на совсем последнее время. Это Фукусима 1. Пожалуйста, следующий слайд. В Японии, значит, я думаю, что в данном случае эта авария явилась следствием того, что произошло землетрясение, образовалось мощное цунами. Цунами повредило вспомогательные системы атомной станции, прекратилось охлаждение реактора, произошли водородные взрывы, выбросы радиоактивности, и это очень тоже тяжелая авария. Вот на этих трех крупнейших авариях на атомных станциях стало видно, что есть большие и национальные, и международные несогласованности в действиях, в реагировании. К чему это все свелось? Это свелось к тому, что в нормах МАГАТЭ международных, в советских и российских нормах, в нормах целого ряда стран было записано, постулировано вероятность такой тяжелой аварии с выбросом радиоактивности на уровне 10-6, 10-7 в год. Это означает примерно, что если бы у нас было там миллион или 10 миллионов атомных реакторов на Земле, то каждый год возникали бы такие аварии. И если бы у нас один был реактор, то он бы мог дать нам такого рода катастрофу, скажем, миллион лет. И вот эта норма продолжает существовать. Когда возникли катастрофы на Three Mile Island и на Чернобыльской атомной станции, то тогда оказалось, что этот риск и вероятность такой аварии была на уровне вот 2 на 10 минус 3 степени. То есть фактически получилось так, там 10 минус 6, 10 минус 7, а здесь 10 минус 3. То есть в 1000 раз мы в наших прогнозах и в нормативных документах ошиблись, записывая такого рода вероятность. После Чернобыля, как вы знаете, были проделаны огромные усилия на национальном уровне. Фактически произошел пересмотр позиций атомной энергетики в общем энергетическом балансе мира. И многое удалось сделать. Но опять Фукусима возникает.
И оказалось, что за эти 25 лет реальная величина вероятности тяжелой катастрофы, естественно, снизилась. Снизилась примерно на один порядок. Ну и таким образом получается, что если мы хотели бы достичь тех уровней рисков, которые записаны в нормах национальных и международных, и видели бы, что на каждый порядок уходит примерно 25 лет, то то, что записано в нормах, мы бы этот показатель могли достигнуть еще через, скажем, 50-75 лет. Поэтому предстоит, естественно, еще раз посмотреть на то, как сложилась и инженерная, и научная, и экономическая, и политическая деятельность государств, мирового сообщества и стран, владеющих атомной энергетикой, для того, чтобы добиться соответствия между реальными показателями рисков и тем, что записано в этих нормах. Пожалуйста, следующий. Значит, вот крупным тяжелым катастрофам, конечно, мы отнесли катастрофы, которые возникали на атомных подводных лодках с энергетическими ядерными установками. В частности, вот лодка «Комсомолец», которая сейчас затонула и лежит на большой глубине, там сохранились реакторы. Была проделана огромная работа по локализации и исключению возможностей коррозионного разрушения реакторной этой установки и выхода радиоактивности в окружающую среду. Академия наук, Министерство по атомной энергии здесь очень много сделали. На большой глубине целый ряд технологических операций был проведен. Ну и мы пока надеемся, что большой опасности этот реактор на атомной колодной лодке северным, наиболее уязвимым водам нашей планеты угрожать не будет. Пожалуйста, следующий. Вот, конечно, большая катастрофа, это уже последнего самого времени на атомной лодке «Курск». Для нас важно здесь следующее, что когда произошел этот взрыв, торпедный взрыв самой лодки, то, естественно, атомный реактор был подвергнут мощнейшему воздействию этой взрывной гидродинамической волны. Реакторы наши рассчитываются, испытываются на случай, скажем, достижения ускорений порядка 30G. Но вот этот реактор при этом взрыве, это расчетные оценки, показали, что эти ускорения здесь достигали нескольких сот, и реактор выдержал. Это говорит о том, что военной технике, так сказать, там, где есть свой контроль, своя, так сказать, культура, своя подготовка специалистов, действительно, мы огромным запасом можем обладать в объектах атомной энергетики. Этот опыт надо будет еще изучить, я думаю, и использовать в нашей гражданской атомной энергетике. Пожалуйста, следующий. Ну вот, что такое тяжелые катастрофы, скажем, в такой передовой отрасли, как космическая техника и технологии? Здесь действует то же самое правило, что и в других сверхопасных объектах. А правило это примерно такое, что если на одном объекте или на данном типе объектов возникают подряд три аварии, то проект должен быть закрыт. И с такими случаями, конечно, мы сталкивались или принимались огромные усилия для того, чтобы это преодолеть. Это говорит о том, что ну, наши опять и знания, и нормы, и правила, и национальные, и международные тоже подлежат дополнительной доработке. Вот Колумбия, Челленджер, как вы знаете, с гибелью космонавтов в Соединенных Штатах. Пожалуйста, следующая картина. Следующая картина. У нас, скажем, проекты N1 и, к сожалению, на последних самых надежных установках типа «Протон» и «Союз» имели место такие аварийные ситуации. В том числе имели место они два раза подряд, но третьего удалось как-то исключить. Поэтому здесь, конечно, предстоит большая работа. Вот гражданские объекты, вот, скажем, это когда поражаются целые предприятия, вот это наше Сибирское, одно из химических предприятий,
когда, скажем, сами продукты химических реакций сжигают целые предприятия. Пожалуйста, следующий картинки. Это вот недавно совсем был пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле. Пожалуйста, следующая картинка. Это в Техасе на заводе минеральных удобрений возник пожар и выбросы отравляющих веществ. Пожалуйста, следующую картинку. Вот это знаменитая уже классическая авария на платформе в Мексиканском заливе, хотя мы знаем, что и на Северном море были большие катастрофы. Мы знаем, что в нефтегазохимии примерно два десятка лет назад произошли большие катастрофы на танкерах, когда сотни тысяч тонн нефти выливались в открытое пространство, загрязняли большие территории. Пожалуйста, дальше. Ну и вот, скажем, китайское разрушение трубопровода, совсем тоже недавнее. Это говорит о том, что вот эти тяжелые катастрофы в техногенной сфере стали постоянным спутником развития нашей цивилизации. Это уже не отдельные случаи, это свои закономерности. И когда мы обсуждаем вот, с Юрием Владимировичем и в Институте экономических стратегий, и в Академии наук, мы говорим о том, что наступила такая пора, когда человечество, цивилизация начинает взаимодействовать с опасными процессами, они подлежат такому же исследованию, такому же анализу, как и, скажем, общественные наши процессы, экономические процессы, ну и риски таких аварий и катастроф в техногенной сфере должны быть включены в рассмотрение, в планирование, в прогнозирование дальнейшего развития. Вот одно из, скажем, последних разработок, о которых я хотел сказать, и академик Осипов должен был доложить сегодня, состоит в том, что, вот, скажем, платформы, это вот и Северное море, Норвегия, и Кольская наша платформа, и другие платформы, ведь это гибнут десятки людей, гибнут сами платформы, которые стоят десятки и сотни миллионов долларов или миллиарды. Ущербы от таких аварий и катастроф составляют десятки миллиардов долларов. Когда началось освоение, скажем, районов Дальнего Востока, на Сахалине, в частности, реализуются проекты «Сахалин-1-Сахалин-10», и сумма инвестиций в эти проекты превышает 100 миллиардов долларов, то в этих районах, как показала японская катастрофа, имеет место сочетание очень большого числа опасных явлений, таких как, скажем, землетрясения, вот цунами. Охотское море знаменито тем, что там, скажем, при таянии льдов они начинают однонаправленное движение с севера на юг, и тогда сотни тысяч тонн ледовых нагрузок начинают приходиться на платформы. Поэтому не годится, стало ясно, есть тот международный опыт, который был на шельфовых разработках, в тех случаях, когда эти условия становятся более сложными. И в частности, Академия наук, «Газпром», «Шелл» разрабатывали систему так называемой охранной диагностики и защиты. Задача состоит в том, чтобы на наиболее опасных элементах этой инженерной уникальной конструкции, вес ее, скажем, в ряде случаев достигает 150 тысяч тонн, на этих конструкциях устанавливаются свои датчики в наиболее ответственных местах. Эти датчики могут сигнализировать о превышении экстремально допущенных воздействий и автоматически должны отключить весь технологический процесс, чтобы не повторилась авария или катастрофа, скажем, такая, как имела место в Мексиканском заливе. Поэтому вот рассмотрение этих вопросов показывает, что мы должны при анализе нашего, так сказать, дальнейшего цивилизационного развития считаться с тем, что техносфера, которую мы развиваем, совершенствуем во имя человека и во благо человека, как мы говорили раньше, что это и стратегия, технология, тактика, в
общем-то, нуждается в том, чтобы признать эту опасность уже глобальной, не отказываться от того, что это Богом данная нам кара, это наша постоянно действующая опасность, которая будет сопровождать нас и дальше. Пожалуйста, следующая картинка. Вот примером того, что еще не удалось до сегодняшнего дня, скажем, реабилитировать и восстановить в России, это является авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Это уникальная станция, конечно, огромной высоты, как вы знаете, порядка 200 метров, была разрушена от технических причин. Я на этом останавливаться не буду. Здесь тоже погибли люди. Я участвовал в комиссиях по анализу этой аварии. Просто мы получили в руки такой агрегат и думали, что, так сказать, будем действовать так, как мы и действовали. Мощные станции предназначены, в принципе, для работы, скажем, на стационарных режимах. Они должны постоянно давать большую компоненту в энергетическую систему страны, а регулирование мощности, скажем, регулирование частот должно проводиться малыми станциями. Вот тут, когда понадеялись, что Саяно-Шушенская так станция сработает, это не произошло. То есть, получается, и политические взгляды, и экономические взгляды, и философские взгляды, конечно, должны быть ориентированы не только вперед, но и назад, по каким правилам, законам, нормам мы создавали ту инфраструктуру, в которой мы живем и будем жить в ближайшие десятилетия. Я думаю, что вот Академия наук разработала здесь первый стандарт вот для таких уникальных объектов по анализу рисков и управления их безопасностью. Я думаю, это будет очень хороший международный резонанс иметь разработка. Она сейчас находится в опытной эксплуатации и, наверное, позволит нам поменять в значительной степени наши взгляды. Корпоративные, отраслевые, региональные, так сказать, федеральные и в том числе международные. Пожалуйста, следующий. Вот все, о чем я говорил, мы провели некоторое обобщение. Вот, и, в общем-то, увидели, что сами катастрофы, которые внизу тут показаны, они бывают разномасштабные. Это когда в каком-то объекте возникают небольшие поломки, мы их называем локальные, они возникают достаточно часто, тут вы все хорошо это знаете. Ущербы от них, ну, сравнительно невелики, как тут показано, это, скажем, тысячи долларов возникают. Но далее цепочки этих аварий дают объектовый, когда весь объект начинает страдать. Вероятность их возникновения, естественно, меньше, но ущербы растут. И мы далее переходим от этих объектовых аварий, катастроф к местным, когда территория за пределами объекта пророждается. Дальше мы уходим на региональные катастрофы, когда ущербы наносятся целому региону. Национальные, когда ущерб наносится стране, скажем, глобальные, это когда ряд стран начинают страдать от тех или иных катастроф. Ну и цифрой 7 тут обозначены планетарные катастрофы, когда страдают континенты или страна в целом. Вот в этом случае уже, когда мы уходим вправо, там показано, что ущербы составлять начинают миллиарды и сотни миллиардов долларов на одну катастрофу. Это, конечно, большие возникают при этом ущербы. Вот там точками показаны те реальные объекты, которые давали эти самые тяжелые катастрофы. Это атомные станции, системы сжижения природного газа, ГЭС, магистральные трубопроводы. Но в нашем законодательстве в Российской Федерации сейчас появилось определенное видение в инфраструктуре тех объектов, которые имеют место и эксплуатируются. Мы их называем объекты технического регулирования. Это все то, что мы имеем, так сказать, в руках: машины, автомобили, аппараты, телефонные устройства, все то, что окружает нашу жизнь. Это таких объектов, конечно, очень много. Далее есть опасные производственные объекты.
это предприятия, скажем, промышленные, нефтегазохимические, магистральные трубопроводы, гражданское оборонное назначение. Это ОПО. Далее есть КВО, которые это объекты критически важные, которые по определению Совета Безопасности означают, что их прекращение функционирования или их разрушение наносит ущерб отрасли или региону страны в целом. Ну и дальше находятся вот вверху СВО стратегически важные объекты, когда начинает страдать страна в целом или группа стран, и вот эти ущербы становятся большими. Вот с левой стороны показаны какие-то объекты: ядерные, военные, химия, металлургия, транспорт, трубопроводы. С левой же стороны мы на другой картинке помещаем опасные природные явления. Это землетрясения, цунами, наводнения, сели, размывы берегов, ураганы, скажем, мощные ледовые и ветровые воздействия. В число опасных природных явлений по классификации, которая разрабатывалась Академией наук, МЧС России, Росгидрометом, сейчас внесено примерно 20 опасных природных процессов. Сегодня мы должны были, вот Виктор Иванович должен был бы об этом поговорить немного, но ясно, что вот природа и инфраструктуры, начиная взаимодействовать непосредственно на Земле, вынуждают, конечно, человечество затрачивать большие усилия на их преодоление. Оценки в целом показали, что примерно при нормальном функционировании и наличии опыта, при наличии определенной культуры, экономики, надзора, удается вот эти ущербы держать на уровне 2-3% экономических ущерба от внутреннего валового продукта при нормальной, что называется, жизни. Вот для ряда государств и для очень тяжелых катастроф эта цифра подскакивает. Ну и для России, скажем, у нас такие оценки показывают, что мы имеем порядка 6-7% потери ВВП ежегодно от природных, опасных и техногенно опасных явлений. Эти природные и техногенные аварии и катастрофы, в общем-то, конечно, чрезвычайно осложняют нашу жизнь. И отсюда, вот из этих цифр видно, что если мы в самом экономическом развитии страны, скажем, имеем по стат информации, скажем, рост 1%, 1,8%, как сейчас мы говорим, 2013 год, 1,4%, я уж не знаю, чем это все закончится, какой цифрой, но заведомо мы знаем, что мы потеряем 5-6%, то фактически никакого развития нет, фактически идет деградация самой системы, деградация инфраструктур, и, в общем-то, никакого развития нет. И поэтому мы обсуждали этот вопрос неоднократно, и вот Яков Дмитриевич участвовал, Николай Васильевич Абросимов, мы говорим о том, что если мы не изменим вот в этой сфере нашей жизнедеятельности наши взгляды и подходы, то нам нужно было бы иметь ежегодный рост, по крайней мере, 7-8%, как минимум. И вот в этом смысле даже вот то, что в Китае делается сейчас, и Юрий Владимирович, вот эта поездка в Шанхай тогда была очень значимая для нас. Китай имеет, скажем, свои цифры, там 7-8-11% роста ВВП. Это означает, что эта страна будет развиваться. Если мы берем Соединенные Штаты и Европу, я сказал, там, скажем, 2-3% они все равно тоже теряют, но если у них эти цифры упадут, там тоже никакого развития уже не будет. И первая задача, о которой мы говорим всегда, она состоит в том, что в самих стратегиях и концепциях развития, конечно, эти риски и стратегические риски должны были бы войти как важнейший показатель. Если его не вводить, то многое остается на бумаге и простыми пожеланиями. Пожалуйста, следующий. Вот из того сейчас, что сделано, вот мы только вчера в Ростехнадзоре рассматривали, значит, для того, чтобы учесть вот те угрозы, риски, опасности, о которых я говорю, мы должны были бы некоторые базовые положения принять, по крайней мере, осознать. И в центре вот тут показано, что красными
мы должны знать, что мы обязательно будем иметь дело с локальными, лифтовыми, местными, там, национальными, глобальными катастрофами. Значит, мы должны обязательно знать, что при этом будут каждому из этих видов катастроф соответствуют свои ущербы, УД, обозначены в долларах. Это тысячи и миллиарды долларов. Мы должны знать, с какой вероятностью по предыдущему опыту эти аварийные ситуации возникают, это вероятность. Ну и тогда есть возможность оценить риск произведением этих двух величин, что здесь в центре по вертикальной оси показано. Ну и вот эти риски, как мы видим, ну, могут достигать порядка 10% от ВВП. Поэтому чем больше, скажем, мы развиваем инфраструктуру, идем на сложные мегапроекты, как сейчас только что Владимир Иванович Якунин говорил, тем больше, конечно, есть вероятность просчитаться и вместо эффекта получить огромный риск. Вот с правой стороны на синем фоне показано, что каждый раз, когда мы смотрим на сами инфраструктуры, мы должны были бы представить, что обязательно есть простые, малые объекты, объекты технического регулирования, скажем, промышленные опасные объекты и критические, стратегически важные объекты. И вот соотнося их к этой центральной картинке, можно уже представить, так сказать, что может нас ожидать. Ну и для того, чтобы выходить из этой ситуации, вот слева на желтом фоне показаны типы тех ситуаций, которые мы обязаны проанализировать, просчитать, оценить, занормировать, так сказать, наблюдать за ними. Мы всю жизнь нашу строили на том, что вот хорошо было бы сделать вот так, и тогда нам будет хорошо. В общем, эта политика сохраняется, она действительно движущая сила в значительной степени, но мы сейчас ставим и так задачу, что хорошо не будет, и вы, как, скажем, деятель, как научный работник, как руководитель государственного и международного масштаба, должны сразу представить, а что будет в худших случаях, какие будут нештатные ситуации, какие будут проектные аварии, какие будут запроектные аварии, катастрофы, гипотетические. И если этого анализа нет, то проект не должен реализовываться или трудно продолжать эксплуатацию уже существующих инфраструктур. Пожалуйста, следующий. Вот есть, конечно, тогда определенная идеология, как из этого положения выходить. Мы говорим, что за основу такого анализа будущего развития, скажем, инфраструктуры, объектов, отраслей, регионов, ну, собственно, даже жизни каждого человека, вот таким объективным показателем надо было бы принять риск. И считать, что у вас всегда, к сожалению, есть вероятность, что вы окажетесь в трудной ситуации, нестандартной, нештатной, опасной и даже критически опасной. И этот набор знаний у вас должен быть. Риск этот может быть оценен. Сейчас наука дает возможность, вот как тут сверху показано, риск мы определили таким образом, что он будет всегда получаться, там, как наверху показано, через произведение вероятности возникновения неблагоприятных событий на ущербы от них. И тогда выстраивать саму по себе всю эту политику, вот, обведенная в рамочную форму, она говорит так, что если вы признали, что у вас есть риски, но вы хотели бы жить, так сказать, ну, в области приемлемых рисков, назначенных рисков, то действующий в данный момент риск не должен превышать вот этот приемлемый. Этот приемлемый риск можно оценить так. Мы посмотрели, знаем те аварии, катастрофы, которые были природные, техногенные, природно-техногенные, и хотели бы не допустить того, что уже случилось. Поэтому те риски нам известны, они уже реализовались. Мы должны были бы их там на определенный запас НР, как там показано, понизить и таким образом установить этот приемлемый риск. Ну и в самом конце там написано, что для того, чтобы жить в области приемлемых рисков, надо осуществить комплекс мероприятий научных, научно-технологических, технических, экономических, нормативных, правовых. Все это тоже требует своих затрат, но эти затраты теперь уже можно рассчитывать, можно уже просто требовать, скажем,
тех или иных затрат, которые будут связаны с анализом рисков. И вот эта идеология представляется достаточно важной. В этом всем анализе обязательно будут фигурировать вот эти три важнейших фактора. Это вот человеческий фактор. Под человеческим фактором мы часто понимаем, что человек оператор, вот летчик, там пилот, оператор, что-то включил, уснул, не так сделал. Это, конечно, далеко недостаточно. Под человеческим фактором мы сейчас начинаем понимать, что это сюда же входит и наука, и мы с вами, так, которые сидим в Академии наук, и руководители всех уровней, это тоже человеческий фактор. Так ли они делают, не так ли они делают. Дальше идет вот техногенный фактор, о чем я более подробно говорил. Ну и природный фактор, это известный, так сказать, фактор стихийных бедствий. Он тоже в определенной степени сейчас изучен. Есть карты рисков, атласы рисков. Поэтому создана определенная, конечно, научная база, научно-техническая, экономическая. И мне кажется, вот такой опыт в России достаточно велик. Мы контактируем с целым рядом организаций и национальных, и других государствах, и международными объединениями. Поэтому, в общем-то, эта позиция в определенной степени обрисована. Пожалуйста, следующий. Ну и вот в конце я хотел бы, может быть, о чем сказать. Только Николай Юрьевич, там очередь докладчиков так. Нет, я, Юрьевич, я знаю. Я думаю, что вот в конце, вот тут показана эта картинка, зеленым это показана та область состояний, оцененная нами через влияние человека, природы, техносферы. Желтым показана эта область опасных состояний, и вот верхняя граница, область совсем недопустимых состояний. Это тоже статистика, наука, моделирование, так сказать, испытания во всех сферах нашей жизни. Это то, что нам предстоит сделать вот из этой внешней красной сферы, уйти через желтую в зеленую, ну и удерживать свою инфраструктуру, свое поведение в этих рамках. Ясно, что вот тут показано, как растет величина наших рисков, если мы переходим от штатных состояний аварийных и катастрофических, риски резко возрастают, о чем я подробно говорил. А вот этот малиновый кубик, задача состоит в том, чтобы его резко отпустить в ближайшее время, особенно для тяжелых катастрофических ситуаций. Пожалуйста, следующий. Ясно, что в ряде случаев, скажем, в области атомной энергетики, мы такие оценки уже делали, там определенный опыт есть, его можно использовать в дальнейшем. Пожалуйста, следующий картинка. Есть определенные представления, как категорировать объекты и как управлять их безопасностью, скажем, на уровне федеральных органов и стратегически важных объектов, и на уровне объектов технического регулирования, когда владельцы это внизу будут отвечать за нашу безопасность. Пожалуйста, следующая картинка. Ну, для этого, естественно, есть определенная структура взаимодействия, но в России она через Совет Безопасности, через научные исследования и разработки, ведомства, Академию наук, через стратегии, федеральные программы, через отраслевые программы реализуется. Я думаю, сама по себе эта структура сейчас уже более или менее создана. Пожалуйста. Дальше. Ну и следующий. Вот системы диагностики, мониторинга там, воздушного, космического, наземного разрабатываются. Эта картинка 20-летней давности, она своей актуальности еще совершенно не потеряла. Просто идет мощное насыщение соответствующими решениями в этой области. Пожалуйста, следующий. Мы начинаем системы диагностики включать, скажем, вот, как я уже говорил, операторов, объекты, природу, ну, в том числе террористические воздействия. Это все должно быть заключено в одну систему, а не просто разорвано. Это новые методы здесь применяются, спектральные, в том числе диагностики. Это новая наука, теория.
отходов уже в определенной степени состоялась. Вот на реакторах, которые сейчас активно в России строятся, во всех государствах, пожалуйста, и в России в том числе, наука и, скажем, МЧС России создают системы диагностики, это в том числе то, что у нас в институте существует, пожалуйста, следующая картинка. Разные явления рассматриваются, разные процессы опасности, пожалуйста, дальше. Вот это природные явления, пожалуйста, дальше. Пожарные, иные, лесные пожары, дальше. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Сейчас все-таки в России создан вот этот Национальный центр управления кризисных ситуациях по инициативе нашего президента после цунами в Юго-Восточной Азии. Это центр уникальный, так сказать, он справа вверху показан, его внешний вид. Работа здесь разворачивается, это один из лучших в мире таких центров. Пожалуйста, и последняя картинка. Ну и то, о чем я говорил, по решению Совета Безопасности мы опубликовали вот в 40 томах серии «Безопасность России», которые сейчас вышли. Есть другие публикации, то есть есть некоторая большая научная и теоретическая, и практическая основа для выстраивания новой политики нашей дальнейшей жизни в области приемлемых рисков. Спасибо. Я хотел бы, может быть, так попросить, мы оставим время для определенной дискуссии. Я сейчас попрошу выступить Анатолия Васильевича Зайцева. Посмотри, кого нет. Кого нет? Кого нет? Так, да, пока загружается слайд, я хотел сказать следующее, что в этом году в Совете Федерации, Российской Федерации, было проведено очень важное для нас заседание. Организовывала его рабочая группа Совета Федерации. Анатолий Васильевич, готовы, да? Пожалуйста. Можете туда. Мы посвятили это заседание анализу космических угроз и рисков. Значит, включили три компонента в этот анализ. Первое – это анализ космических объектов, Анатолий Васильевич об этом будет говорить. Второй фактор опасности космического происхождения – это космическая погода. В первую очередь, процессы, идущие на Солнце и взаимодействие с Землей и нашей жизнью. И третий объект космических угроз – это космический мусор или те объекты, которые возвращаются из космоса, но созданы нами. Есть целый ряд решений на этот счет, и Анатолий Васильевич сейчас расскажет в том числе и об этих угрозах, ну и о том, что мы бы предложить могли для нашего международного анализа вот этих космических угроз и рисков. Пожалуйста. Уважаемые зрители, уважаемые участники Конгресса, представляемый вам доклад посвящен обоснованию необходимости и возможности создания международной системы планетарной защиты от астероидно-кометной опасности. Этот доклад подготовлен на основе многолетних исследований, выполненных многочисленным рядом научных и производственных организаций России и других стран, Украины, Казахстана, и представители
этих организаций являются соавторами данного доклада. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, здесь на английском языке просто показано. После падения Челябинского метеорита, я думаю, никого уже не осталось сомнений в том, что существует реальность падения небесных тел на Землю, которые могут привести к весьма неприятным ситуациям. Ну, за прошлую историю, ну, давнюю и не очень давнюю, было множество подобных событий. Масштабы их были, начиная от глобальных катастроф, это 65 миллионов лет назад, до небольших инцидентов, ну, типа Тунгуски, всем известной. И в этом столетии, вы видите, уже было 6 событий, включая последнее Чебаркульское и Челябинское падение. Так что реальность этого дела действительно оспаривать невозможно. Вот. Но, правда, есть некоторые скептики, которые всегда обычно приводят. Ну, расскажи хотя бы, назови хоть одного человека, который погиб от этой опасности. На самом деле, недавно было установлено, что была подобная катастрофа, которая привела к серьезным действительно жертвам. Следующий слайд. 13 тысяч лет назад, оказывается, на территории североамериканского континента произошел взрыв небесного тела, который выжег практически весь североамериканский континент. В результате была уничтожена цивилизация индейцев Пловис. Понятно, что подобное событие может, к сожалению, произойти в любой момент, в том числе и где-то в ближайшем будущем. Следующий, пожалуйста, слайд. Более серьезная катастрофа, больших масштабов, произошла, к счастью, не на Земле, а на Марсе. Вчера Юрий Владимирович упоминал Марс, по-моему, да? Вот. Сейчас последние данные все-таки подтверждают то, что на Марсе в свое время была плотная атмосфера, была вода, и, в общем-то, я думаю, что нельзя было исключить того, что, возможно, была жизнь, может быть, даже разумная. Ну вот колоссальный удар, вы видите, вот эта синяя область, круглая область Эллада, так называемая, диаметр около 2000 километров. Скорее всего, она, это вот следы этого мощнейшего удара, который уничтожил, по сути, сбросил атмосферу Марса и уничтожил все, что было на ее поверхности. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, конечно, утверждать, что на самом деле была разумная жизнь на Марсе, ну, не доказано, была она или нет. Но, тем не менее, некоторые весьма необычные предметы, вернее, объекты на поверхности Марса, в общем, заставляют все-таки предположить, ну, в частности, вот, так называемый марсианский сфинкс. Ну, я, например, склонен считать, что это может быть даже памятник погибшей цивилизации, если она была в свое время. Таким образом, подводя итог вот этой части своего доклада, я бы что хотел сказать, что тот столетний план по комплексному оздоровлению глобальной экологической среды, который мы здесь обсуждаем, мы при подготовке и реализации мы не должны забывать о том, что, в общем-то, даже относительно небольшой по космическим масштабам, так скажем, булыжник, который свалится на наши головы, может все наши усилия буквально в мгновение ока превратить в пепел. Поэтому проблемой этой нужно заниматься, и избежать этого дела можно, конечно, создав только систему планетарной защиты от этой космической угрозы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, если перефразировать известную цитату вождя мирового пролетариата о том, что каждая революция должна уметь защищать себя, мы можем... Следующий слайд, пожалуйста. Что любая цивилизация только тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Теперь вопрос, а можно ли действительно защититься от этой опасности? Я хочу сказать, что ответ уже сейчас можно дать положительный. Ну, в частности, по нашим проработкам, проект, который мы предлагаем вашему вниманию, система планетарной защиты должна включать в себя 2 эшелона. Эшелон краткосрочного или оперативного реагирования и эшелон долгосрочного реагирования. Следующий, пожалуйста. Ну, еще, кроме того, вспомогательная служба, о которой я дальше скажу. Следующий слайд.
Ну, рассмотрим, начнем с эшелонно-оперативного региона. Кстати, зачем он нужен? Значит, почему такое ранжирование оперативное и долгосрочное? Дело в том, что большинство астероидов и, соответственно, кометных ядер представляют объекты размером от десятков до сотен метров. Да? Это 99,9, пожалуй, процента от всех объектов, которые нам угрожают. А обнаружить небольшие объекты, в общем-то, заблаговременно, там, за многие годы, десятилетия, шансов мало. Поэтому мы предлагаем создать эшелон оперативного реагирования, который способен защитить нашу планету от объектов, которые будут обнаружены буквально за несколько суток, там, недель или месяцев до подлета. Вот этот эшелон должен состоять, первое, значит, из чего? Во-первых, наземная космическая служба обнаружения опасных объектов. Это должна быть единая международная система. И предлагается два сегмента системы планетарной защиты. Это западные и восточные сегменты, ну, условно назовем восток и запад, которые будут включать в себя службы разведки и перехвата этих опасных объектов и службу, собственно, средства для управления ими. Это, ну, центр планетарной защиты, скорее всего. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, как он будет работать, этот эшелон оперативного региона? Вначале мы должны обнаружить опасный объект, естественно. И основу этой службы обнаружения, как я говорил, будет составлять в основном космические телескопы. Только с помощью космических телескопов мы можем гарантированно обнаружить опасность, которая ну, к нам, собственно, опасный объект, который к нам приближается. После обнаружения, следующий слайд. Мы проводим разведку, изучение этого опасного объекта, запускаем специальный космический аппарат малого класса разведчик, называем аппарат-разведчик, который сообщит нам сведения об этом опасном объекте, то есть, ну, траекторные параметры, размеры, форму, состав вещества, строение по возможности. Вот. И на основе этих данных будет приниматься решение о том же, как оказывать воздействие на этот объект. Следующий, пожалуйста, слайд. И уже после этого, после принятия решения, запускаются космические аппараты-перехватчики. Это могут быть аппараты со средствами кинетического воздействия, если необходимо изменить траекторию или разрушить небольшой объект, или средства ядерного воздействия. Значит, и те, и другие, в общем-то, технологии уже существуют. Таким образом, вот с помощью эшелона оперативного реагирования мы можем защитить, гарантированно защитить нашу планету от объектов размером, ну, от десятков до, ну, это типа Чебаркуля, Тунгуски, до сотен метров. Их число, как я говорил, уже примерно 99,9 от общего числа опасных объектов. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, кроме эшелона оперативного реагирования, мы предлагаем еще создать две вспомогательные службы. Одна из них называется служба прогнозирования районов и последствий падений опасных небесных тел. Суть ее заключается в чем? Если будет обнаружен опасный объект, а средств защиты нет, или там, предположим, мы даже разрушили крупный объект, может быть, осколок летит какой-то к нам. Значит, в этом случае стоит задача спрогнозировать район падения этого объекта, определить зону поражения возможной. И средствами, в данном случае в России, это Министерство чрезвычайных ситуаций России, эвакуировать население, там и опасные производства с этой территории, ну или, по крайней мере, укрыть население. Ну, как, кстати, в Чебаркуле вполне можно было бы, если было хотя бы там за час-два упреждения, могли бы вполне предупредить население, и чтобы не было этих жертв от осколков стекол и прочее, чтобы они укрылись. Следующий, пожалуйста. Кстати, эту работу мы сейчас ведем. Действительно, МЧС осознала там несколько лет назад, по сути, опасность эту. И по поручению МЧС России мы с кооперацией организации, в частности, Николай Андреевич, который, группа, которая ведет, мы разрабатываем специальный программный аппаратный комплекс, который позволяет моделировать вот эти вот опасные процессы и, соответственно, попытаться снизить ущерб, возможные потери от этого, от этих, значит, явлений, случаев.
И следующая, вторая служба региональной защиты, она пока, может быть, считается даже более фантастичной, вот, но тем не менее, можно по оценкам военных, наших военных специалистов, использовать средства воздушно-космической обороны для защиты небольших регионов, ну, в тех регионах, где они дислоцируются, эти средства военные. Ну, это перспективные средства имеется в виду. Военные специалисты показывают, что, в принципе, это тоже задача может быть поставлена. И как вспомогательная резервная служба может использоваться вот при создании этой системы. Следующий, пожалуйста, слайд. Подводя итог этой части доклада, хочу сказать, значит, что мы располагаем всеми необходимыми базовыми технологиями, чтобы создать эшелон оперативного реагирования в течение буквально 5-7 лет. Для этого, в общем-то, что мешает? Единственное, нужна политическая воля или решение лидеров ведущих государств мира. И задача защиты Земли, защиты планеты, нашей планеты от этой серьезной угрозы может быть буквально решена в течение 5-7 лет. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, защита от более крупных объектов, километрового размера, главным образом кометных ядер, которые могут иметь размеры десятки километров даже, и они неожиданно могут появляться из внешних границ Солнечной системы, к нам проникать. Здесь задача, конечно, более серьезная, защита от этих объектов пока находится на грани, может быть, даже за гранью наших возможностей. Основу этой системы защиты будут составлять сверхмощные ракеты-носители. Соответственно, потребуются космические аппараты с ядерными двигательными установками, сверхмощные, опять же, средства воздействия. Это серьезная большая работа, которую еще предстоит сделать. Следующий, пожалуйста, слайд. И в этом случае, мне кажется, что вот, собственно, вот эта астероидная опасность, она для нас, можно даже сказать, что представляет такой уникальный, счастливый случай для человечества в плане того, что если мы займемся серьезно этой проблемой, то она может быть стать даже как бы стимулом научно-технического прогресса. Как в свое время, все мы помним, период холодной войны, соревнование Востока и Запада привело к разработке новых технологий, в том числе ракетно-космических, и в итоге мы получили космонавтику. Это, в общем, один из, по сути, мне кажется, стимулов, который привел появлению вот этой отрасли нашей космонавтики. Следующий, пожалуйста, слайд. И если мы объединимся в плане как бы защиты от внешнего врага, то, по сути, мы, я думаю, что могли бы, создавая космический щит, так называемый, мы бы могли разработать новые технологии, ну и, наверное, улучшить политический климат на нашей планете. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, работы, которые вам доложил кратенько, оформлены нами в виде концептуальной записки под названием «Международная система планетарной защиты», называемая «Цитадель». Она подписана руководителями организаций России, Украины, Казахстана, которые участвовали в подготовке, выработке этого проекта и концепции. И мы, в общем, будем благодарны за поддержку, если там, другие организации и государство поддержит нам эту работу. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, в заключение, что хочу сказать. Еще раз повторюсь. Современные технологии позволяют нам приступить уже к практическому осуществлению задачи защиты Земли от астероидно-кометной опасности. Вот. Одним из возможных вариантов, мы не утверждаем, что это, в общем-то, единственный, но на самом деле один из наиболее проработанных, насколько мне известно, вариантов, может быть, создание международной системы планетарной защиты под названием «Цитадель», которую назвали. Вот. И, естественно, она должна создаваться усилиями всего мирового сообщества, ну, в том числе и научно-техническими, и финансовыми. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, и я хочу предложить в дополнение к тому обращению, вернее, в плане дополнения к обращению, которое подготовлено нашим форумом, добавить пункт второй, например, например, такую фразу, что учитывая наличие научно доказанных фактов существования опасности катастрофических столкновений с Землей, астероидов и ядер комет, способных привести к полному уничтожению нашей цивилизации,
а также появлению человечества технологий, способных предотвратить эту космическую угрозу, представляется необходимым приступить к созданию международной системы планетарной защиты от астероидной кометной опасности. Кроме того, нами подготовлено проект отдельного обращения к лидерам ведущих государств мира, может быть, это сделать на уровне ООН, двадцатки, восьмерки, ШОС, БРИКС и других международных структур. Такое обращение тоже мы передали в оргкомитет, и при случае, если посчитать целесообразно, можно будет использовать при подготовке наших заключительных документов. Так что у меня все. Спасибо за внимание. У меня такое предложение. Мы, может быть, сейчас заслушаем доклад профессора Колина из проблем информатики «Глобальные угрозы развития цивилизации». И потом я хотел бы попросить высказаться Якова Дмитриевича. Вишняков. Да, Вишняков. Николай Васильевич, я вас хотел бы попросить. И, может быть, тогда в дискуссии задать вопросы и пообсуждать то, что мы сегодня заслушали. Пожалуйста. Уважаемые руководители нашей секции, дамы и господа, уважаемые зарубежные гости, мне очень приятно выступать после такого содержательного доклада, который сделал профессор Зайцев, но я хотел бы привлечь ваше внимание к некоторым результатам системного анализа тех глобальных угроз развитию цивилизации в 21 веке, которые я вот провел. Пожалуйста, следующий слайд. Я хочу остановиться на структуре содержания глобальных угроз, сделать некоторые выводы, рекомендации и прогноз на будущее. Следующий слайд. У меня в руках монография, которая называется «Мир в 2000 году. Свод международных прогнозов». Эта книга была издана в России 40 лет тому назад. Она написана двумя известными немецкими учеными, которые со свойственной их научной культуры Германии педантичностью обобщили результаты прогнозов из прогнозных исследований примерно 300 организаций для того, чтобы представить образ мира в 2000 году. В частности, в этой книге были сформулированы 10 так называемых узловых проблем, которые прогнозировались тогда, к 2000 году. Обратите внимание на первую из этих проблем. На первом месте стоит проблема образования и воспитания. Признаться, когда я познакомился с этой монографией, мне это показалось несколько искусственным. Ну, молодежь не знает, а люди моего поколения помнят, что 73-й год – это разгар холодной войны, это угроза, реальная угроза термоядерного столкновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом, и вдруг на первое место образование и воспитание. Когда же я познакомился с этой книгой более внимательно, что понял, что этот приоритет обоснован. Аргументы были такие: на рубеже второго и третьего тысячелетия мир начнет так быстро изменяться, что люди перестанут понимать, что происходит, и только образование и воспитание человека помогут ответить на те знаменитых три кантовских вопроса, которые он сформулировал еще в своей философии, а именно: что я должен знать, как я должен поступать и на что я могу надеяться. Сегодня эти вопросы стоят перед каждым жителем нашей планеты во всей своей простоте и обнаженности. Действительно, мир стремительно изменяется. И эти изменения особенно динамичны последние 20 лет. Мы видим, что мир становится все более взаимосвязанным, динамичным, непредсказуемым и опасным. С этой трибуны уже звучали прогнозы о том, что развязка может наступить в самое ближайшее время, в районе 25 года, плюс-минус 5 лет. Давайте следующий слайд.
Значит, я попытался представить, а какие проблемы стоят сегодня. Оказалось, что эти проблемы выросли, и таких глобальных проблем не менее 50. Из них я выделил только те, которые представляют глобальную угрозу для будущего цивилизации. И, значит, для условно разделил их на три кластера, которые вы видите. Первый кластер – это природа, так, угроза геофизическая, биосферного и космологического характера. Второй кластер – общество. И третий – человек. Следующий слайд, пожалуйста. Вот посмотрите, как выглядит кластер угроз природа. Я не буду говорить о всех этих угрозах, они понятны. Но вот хочу обратить ваше внимание на последнюю часть. Мы сегодня услышали насчет угрозы, метеоритной угрозы из космоса, но есть еще одна реальная и очень серьезная угроза, которая прозвучала, но глухо. Это аномальная солнечная активность. Вы знаете, что по непонятным причинам сейчас нарушен традиционный 11-летний цикл, и уже два колоссальных взрыва на Солнце произошли. К счастью, вот тот выброс плазмы, он миновал нашу планету. Теперь представьте себе, если бы он на эту планету обрушился. Я хочу привлечь ваше внимание только к информационной стороне этого вопроса. Представьте на секунду, что вышли из строя все компьютеры, сети, все наши электронные системы, от которых мы теперь уже во многой степени зависим. Ведь информационная цивилизация, наряду с теми благами, которые она приносит, она делает нас зависимыми. Внешняя память человечества сегодня в значительной степени представлена на электронных носителях. Причем это не только память народа, организации, страны, это личная внешняя память каждого из нас. Вот у меня недавно случилась с компьютером проблема, я потерял все, что было загружено в электронную почту, и вы знаете, лучше бы ограбили квартиру. А что будет через 10 лет? Вот и эта ситуация может произойти каждый день. В результате страна будет отброшена минимум на 50 лет назад. Эта проблема не обсуждается. Мер не принимается, а это может произойти в любой день. Завтра, послезавтра, через неделю. Это реально. Есть ли пути противостоять? Да, есть. Есть методы кодирования, защиты. Нужно просто эту проблему осознать. Какой я делаю вывод? Нужен комплексный анализ проблем. Нужен системный анализ и правильное выстраивание приоритетов. Потому что метеорит, конечно, опасно. Но то ли упадет, то ли нет. А этот выброс никто предсказать не может. Следующий слайд, пожалуйста. Вот теперь посмотрите кластер общества. Здесь я хотел бы привлечь ваше внимание только вот к нижней части этого перечня. Это информационные войны. Это так называемая виртуализация общества, когда идеальное выдается, искусственно выдается за реальное. Посмотрите, например, финансовый кризис. Везде кризис, кризис, кризис. Что произошло? Упал метеорит? Произошло извержение вулкана? Высадились инопланетяне? Нет, они пока еще в полете. А кризис? Значит, это рукотворное произведение. Договорились несколько банкиров, и это нам все устроили. И люди в это верят, и на полном серьезе обсуждают, как там акции меняются и так далее. А шахты как работали, так и работают. Нефтяные скважины как качали, так и качают. Так что это такое? Это когда желаемое выдается за действительное. И еще один момент. Это снижение образованности общества. Следующий слайд, пожалуйста. Вы посмотрите, у этого фактора есть объективные причины. Ну, во-первых, рост населения Земли происходит в основном за счет тех стран, где
малообразованное общество. Только за последние 12 лет мы больше миллиарда населения добавилось. И это либо неграмотные, либо очень малограмотные люди. То есть объективно снижается общий уровень образованности общества перед лицом глобальных угроз. Но существуют и другие причины, а именно снижение уровня образованности общества в развитых странах, в том числе в России. Приведу вам небольшой пример из последнего социологического опроса, который регулярно в России проводится. В этом году 35% выпускников московских школ убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. В прошлом году таких было 30%, в 2011 году 28%. Какова динамика? Я ждал, что в этом году будет 32%, уже 35%. Но проблема не в этом. А проблема в том, что этот факт не стал предметом анализа ни на одном круглом столе, ни в средствах массовой информации. А собирать надо Совет Безопасности по такой проблеме. Что происходит с людьми? Смотрите, Солнце вращается вокруг Земли. Следующий вопрос. На 500 лет назад. Новой мировой войны. Эксперты оценивают сегодня вероятность новой мировой войны 30%. И факторы вы видите. Это не только распространение оружия массового поражения. Растет мощь. Потому что сегодня мощь армии развитых стран существенно выше их оборонительных способностей. А известно, что ружье, которое висит на гвозде, рано или поздно стреляет. Мало того, быстро переснащают свои армии развивающиеся страны, изобретаются новые виды оружия, они здесь перечислены, в том числе психотронное оружие, следующий слайд. Еще одна угроза, она заключается в том, что нарастание глобальных проблем требует перехода к новому технологическому укладу, а система образования людей к этому не готовит. И не готовит их не только потому, что эта проблема не понята, а потому что нет педагогов, которые могут к этому готовить. И самая острая, на мой взгляд, проблема – это педагогическое образование. Следующий слайд. Теперь посмотрите кластер глобальных угроз человека. Я заканчиваю. Я выстроил по приоритету следующие 5 проблем. Во-первых, это интеллектуальная деградация личности. Но более важна нравственная деградация. Еще одна проблема – разрыв поколений в науке, образовании, сфере высоких технологий. Некому передать свои знания. Мое поколение уходит. Среднее поколение в бизнесе. Молодое поколение не может даже сосредоточиться на проблеме. Это я дальше вам об этом расскажу. Так кому мы оставляем планету, уважаемые коллеги? И не пора ли об этом задуматься? Наконец, есть исследования, которые показывают, что сегодня происходят биологические изменения природы человека, в том числе структура его головного мозга. У меня есть монография, которую написали 2 специалиста в области возрастной психологии, которые показали, что если ребенок буквально с пеленок перед телевизором и компьютером, то у него не успевает правильно сформироваться нейронная структура головного мозга. Они утверждают, мы свидетели рождения новой расы, когда я это прочитал, действует. Именно так. Они убеждены, что до 2 лет ребенку вообще не нужно смотреть телевизор. Это говорят педиатры. И, значит, каковы последствия этих людей? Клиповое мышление, неумение сосредоточиться, многозадачность. Я думал, что нашей стране, России, это коснется лет через 5-7, все-таки мы немножко отстаем от автоматизации. Оказывается, уже и здесь. Буквально 2 недели назад я выслушал доклад профессора Московского университета госпожи Владимировой, которые провели эксперимент
над российскими школьниками. Отобрали 70 человек детей в возрасте 12-14 лет и поставили им задачу продержаться без гаджетов 18 часов. Причем, кто не может, должен записать, почему, и продержались только двое. Более 5 часов продержались только 5 человек. У других начала подниматься температура, неприятные ощущения и так далее и тому подобное. Когда детям это все показали, они говорят: так мы что, уже на этой наркотической игле? И 6 добровольцев повторили этот опыт и пытались продержаться, так 18 часов они продержались, но, говорят, очень трудно. То есть эта проблема уже и в нашей стране, но психологи ей не занимаются. Она возникла неожиданно, потому что вот развитие информационного общества идет такими темпами, что мы не верим в то, что эта информационная эпоха уже наступила. Следующий слайд. Духовно-нравственный кризис. В 2000... Я хотел бы привлечь ваше внимание вот к некоторым документам. Ну, во-первых, вот предсмертное послание Папы Римского Иоанна Павла II, Декларация Всемирного форума духовной культуры, который собрался в Астане в 2010 году, 1500 специалистов, они приняли декларацию этого форума, но не выработали дорожной карты. То есть угроза есть, а как действовать, неизвестно. Следующий слайд. Вот посмотрите, какие слова я не буду цитировать. Я привел только 3 абзаца из этой декларации. Агрессивное невежество сегодня воспитывается. Агрессивное невежество. Следующий слайд. Значит, вот эту проблему преемственности поколений я называю проблемой интеллектуальной безопасности. Есть ли пути ее решения? Да, есть. Оказывается, ну, во-первых, надо работать с детьми, немножко ограждать их от этого. Пытаться развить интеллект уже на ранних стадиях. Сейчас это делают в Японии, где вводят уроки устного счета. В Армении вводят в школах игру в шахматы. Но это инициативное решение отдельных педагогов. Это не государственная политика. Наконец, мы должны понять, что педагог и ученый — вот две ключевых фигуры, которые должны стать в обществе приоритетными и уважаемыми людьми, в том числе и в социальном плане. Следующий слайд. Какие выводы? Вот 5 выводов. Они неутешительные. Кризис глобальной цивилизации нарастает. Глобальные проблемы усиливают друг друга. Наблюдается синергетический эффект. Многие из них еще не поняты и не изучаются. Главная причина не экономическая, не политическая, она лежит в гуманитарной сфере, это разрушительная деятельность человека, это главная угроза. То есть человек – это не только объект защиты, это главный фактор риска в современном обществе. Уже происходят и произошли необратимые изменения в биосфере и мировом океане. Чего стоит только одна проблема Гольфстрима. Но важнее другое, что стратегические факторы обеспечения глобальной безопасности, а именно наука, образование и культура сегодня разрушаются и разрушаются сознательно. А ключевая проблема – духовные ценности остаются декларативной и не решаются, ну, по крайней мере, в течение последних 20 лет. Я не вижу никаких позитивных сдвигов в этом направлении. Какое резюме? За 20 лет, которые прошли после конференции в Рио-де-Жанейро, действенных мер по выходу из глобального кризиса не принято, время упущено. Шансы на выживание цивилизации, в общем-то, тают, и тают быстро. По некоторым прогнозам,
разным прогнозам, развязка может последовать уже в середине 21 века, а может быть и ранее. Точных оценок нет, хотя моделирование сегодня на суперкомпьютерных системах это позволяет. Следующий. Значит, вот некоторые публикации по теме этого доклада, которые ставятся. К чему бы я призвал? Мне кажется, что вот то решение, которое принято на этом форуме, рассмотреть эти проблемы комплексно, создать Международную академию глобальных исследований, которая должна включать и глобальное образование, это очень важный шаг. Но я считаю, что мониторингу должны быть подвергнуты и глобальные угрозы, о которых я здесь назвал. Я не назвал, например, такую проблему здравоохранения. Это не значит, что она не существует. Просто я пытался выделить наиболее опасные. А здесь, оказывается, мы проводили у себя в Академии наук такую работу. У нас есть даже и методологии нет мониторинга глобальных угроз. Например, была попытка создать систему, сейчас она продолжается, мониторинга национальной безопасности. Так нет даже методологии такой. То есть это еще научно-методологическая проблема. Поэтому, коллеги, надо спешить. И я бы предложил вот рассматривать не только мониторинг чрезвычайных ситуаций, но и глобальных угроз. Я благодарю вас за ваше внимание. Так, во-первых, я благодарю профессора Коэна за, в общем-то, некоторый интегрирующий доклад. Большое спасибо вам. У нас есть возможность сейчас и вопросы задать, и выступить, и пообсуждать затронутые проблемы. Пожалуйста, вопрос. Хотел бы высказаться по этому вопросу. Пожалуйста. Дорогие коллеги, я вчера выступал и говорил примерно то, что является ответом на данный очень жестко поставленный вопрос. И вопрос вполне закономерен. И вот я показывал эту книжку. Здесь есть в значительной степени решение, есть концепция решения. Я хотел бы углубить существенно остроту вопроса, потому что угроза глобальная исходит от нас самих в каком-то степени, от существующей системы образования, от науки, которой мы как профессионалы занимаемся, от нашей философии и так далее. Почему? Потому что вся цивилизация действительно ориентирована против природы, но ориентирована не только физически, технически, но ориентирована и нашими мозгами, которые построены на рационально расчлененном, предметно расчлененном знании. И предметное знание, которое мы даем образование, которое мы сами получили, даем нашим детям, оно же превращает человека в эгоиста, потребителя и борца против природы. Понимаете? Поэтому задача в действительности фундаментальная, но в то же время и более решаемая. Потому что предметно расчлененное знание можно, и это заложено в восточных традициях, в русской традиции, превратить в живое знание. Понятие живого знания не придумано мною. Еще полтора века тому назад Соловьев и другие наши философы российские говорили о живом знании. На Востоке живого понятия, термина живого знания нет, но все знание на Востоке живое. У Конфуция было живое знание. Мы это игнорируем, и Восток идет по западному пути, опасному человечеству. И в западной культуре тоже заложены колоссальные потенции. Это вот живой капитал, живое знание есть фактически, заложено в искусстве, но искусство отодвинуто на задний план. Вот в науке заложено тоже живое знание, но оно запредельно расчленено, его можно и достаточно легко объединить, поскольку объединение наук и составляет живое знание. Вроде бы простое решение, но оно должно быть осмысленно как переворот, творческий переворот, психологический переворот в сознании каждого из нас, как представителей науки. Мы, объединившись, это живое знание создаем, это мощное средство решения этих проблем,
самосовершенствования человека, творца жизни. Общий выход достаточно тоже вроде бы простой, но легко, но трудно осуществляемый, а именно превращение человека из потребителя природы в творца природы. Но, опять-таки, понятие творца природы заложено в русской культуре и в восточной культуре тоже. Человек, как творение природы, имеет в своей основе вот эту заложенность обратиться с тем же, но уже отцовским, родительским началом той же природе. Если мы уже взрослые стали дети, то мы, созданные живой природой, этой природе должны стать родителями. Это естественный процесс превращения ребенка во взрослого человека, творца своих родителей, кормильца своих родителей. Это опять-таки естественный процесс, который заложен в нашей жизни, в нашей культуре. Но именно в культуре, столкновение культур не есть столкновение цивилизации. Столкновение культур возможно, то есть решаемо, как правило, тем, что даже побежденная культура становится победителем. То есть между культурами внутренней вражды нет. Есть внутренняя борьба между цивилизациями, поскольку они агрессивно ориентированы и предметным знанием, и формальной логикой, а есть антипод позитивная живая логика, есть место мудрость восточная, которая гармонично ориентирует человека в природе, но эту мудрость можно превратить в экологическую мудрость или экософию. Это для творца природы есть такие решения. Давайте создадим просто комиссию. Я готов взвалить на себя бремя, я понимаю, что это тяжелое бремя, наша, точнее, группа десяток человек, тоже участвует в этой комиссии. Не противоречит тому, что создал Юрий Владимирович, создал и проделал колоссальную работу. Это в дополнение к тому, что было создано. Но давайте внимательно, уважительно относиться к тому позитивному, что у нас есть. Наша группа предложила это позитивное начало, а я не вижу отклика позитивного. Понимаете, цивилизация, мы доказываем, что нужно понять цивилизацию как ступеньку в создании культуры творчества жизни. Тогда цивилизация не будет чем-то плохим, а ступенька, мощная ступенька. В цивилизации заложены мощные потенции, но все-таки в понятии цивилизации заложен и минус, а именно это рациональное использование, то есть попросту умерщвление природы, борьба с природой. С античности, с Аристотеля жизнь – это борьба, но только для эллинов, только для Запада. Для Востока жизнь – это гармония с жизнью, жизнь человека внутри природы, вместе с природой, как творение природы. Есть возможности решения, они достаточно очевидны, но нужно внимательно к ним отнестись. Спасибо. Спасибо, я думаю, это продолжение. Так, я тут, пожалуйста, вас запрошу. Николай Васильевич, следующий вы, а потом вы. Уважаемые коллеги, после столь своеобразных и интересных докладов, имеющих мощную философскую и историческую подоплеку, мое сообщение может показаться весьма прозаическим, потому что я расскажу о том, как мы переходим от реальной, естественной системы развития современных технологий и современных технологических систем к появлению глобальной проблемы, причем достаточно опасной глобальной проблемы, и разрешимы только глобальными методами. Мы этот вопрос обсуждали, Николай Андреевич помнит, и, к сожалению, здесь нет МЧСовских представителей, Михаила Ивановича Фалеева и остальных. Мы обсуждали это и на совещаниях в МЧС, и последний раз, по-моему, наиболее досконально обсуждали на семинаре «НАТО-Россия» в Москве он проходил, по интеллектуальному и технологическому терроризму, по противодействию интеллектуальному технологическому терроризму. Вы сейчас поймете, я, конечно, не буду длинно рассказывать, что обсуждалось и к чему сводилась, так сказать, в целом эта проблема, но если ее обрисовать, вы, как люди, так сказать, живущие в окружении
мощных, больших систем информационно-коммуникационных, прекрасно понимаете, что ни одна информационно-коммуникационная система ни в одной стране не создается без международной кооперации. Назовите хоть одну страну, где любая мощная, большая информационно-коммуникационная система сделана из компонентов только этой страны. Как правило, это международная кооперация. И вот здесь заложен корень зла. Если бы люди были так хороши, как звучало сегодня, значит, в наших докладах, здесь же идут призывы, что мы должны знать, что, значит, мы должны знать, что, вернее так, мы должны знать, что нам надо знать и как нам действовать, и на что нам можно надеяться, вот эта триада. Конечно, это было бы все прекрасно, если бы каждый действительно следовал бы реальным ответам на эти вопросы триады. К сожалению, нет. В условиях общей враждебности и большой безответственности людей в большинство серьезных систем информационно-коммуникационных заложены так называемые искусственно внесенные уязвимости. То есть заложены либо конструктивно, либо заложены в процессе монтажа, либо капитального ремонта и так далее, и так далее. То есть на территории, как правило, вашего будущего противника или значит, экономического конкурента. Эти системы легко задействуются либо сигналом из космоса, либо они работают так же, как мины морские, то есть когда магнитные мины, когда пройдет определенное количество кораблей, там на 21-м она взрывается. Эти компоненты систем работают таким образом, что они их либо выводят из строя, либо эти системы начинают работать по неправильным схемам. Особенно это опасно там, где элементы автоматизма, так сказать, пересекаются еще с диспетчерской работой. Потому что у диспетчера, как правило, больших систем существуют определенные правила сначала разобраться, прежде чем что-то отключать. Автоматическая система, как правило, сразу отключает, если, значит, что-то не так идет. И вот все эти дублирования, которые есть и в космосе, и на Земле, они, как правило, в таких случаях не срабатывают, к сожалению. И вот те колоссальные катастрофы, о которых говорит Николай Андреевич, в ряде случаев могли быть вызваны именно такого рода воздействиями. И, так сказать, международные исследовательские силы, так сказать, специальных служб, они уже давно занимаются этими вопросами, и в ряде случаев никаких физических законов не срабатывает, а зарабатывает обычная человеческая безответственность. И это было бы, может быть, даже и не страшно, потому что не всегда будущий враг становится врагом. Иногда он становится компаньоном, партнером и так далее. Но, к сожалению, есть международный терроризм. То есть люди, которые преследуют сиюминутные интересы. Им сейчас, сегодня надо, чтобы выпустили кого-то из тюрьмы, чтобы куда-то перевели сумму, и они узнают у тех фирм, которые заложили вот эти уязвимости, есть ли они и как их задействовать. И выставляют условия государству или компаниям, сделайте вот так-то, иначе мы выведем из строя вашу информационно-коммуникационную систему. К сожалению, с этим бороться можно только на глобальном уровне. То есть здесь вопрос, так сказать, национальной защиты абсолютно бесполезен. Что можно сделать на глобальном уровне? Я, так сказать, вот подхожу к основным тезисам, на чем я и хотел бы закончить. Значит, на глобальном уровне можно сделать только повысив ответственность соответствующих компаний, которые создают эти системы, передают компоненты, монтируют, ремонтируют. То есть должен быть создан определенный анонимный фонд всех этих систем для того, чтобы то государство или та компания, которая получит сигнал от террористов о том, что они могут задействовать такого рода систему, могла бы запросить этот анонимный фонд. Гарантирует ли он, что там нет такого рода опасности и уязвимости? Если ему отвечают, этому государству или компании, что таких нет, он не идет на переговоры с террористами. Он им говорит «нет». Понимаете? То есть террористы тогда теряют свое основное оружие. Но такого фонда международного еще нет. Его надо создавать.
А для этого должно быть международное согласие на очень высоком уровне. Вот это тот самый следующий шаг, о котором здесь говорили очень многие докладчики. Это не метеорит, это не астероид, это то, что у нас все время рядом с нами. И мы каждый день создаем условия для международного терроризма, не шагая в этом направлении, не создавая международной ответственности, не создавая практически условий, которые являются абсолютно неприемлемыми для международного терроризма. Вы понимаете, что это опять человеческое свойство, это опять образование, это опять культура, это высокая ответственность. Спасибо за внимание. Пожалуйста, слово Александру Ивановичу. Можно мне, да? У нас проводить воплощение, что мы настолько уже запугали всю аудиторию ужасами чрезвычайных катастроф, аварий, астероидами, что возникло ощущение неуютности вообще жизни в нашем доме. И с тем, чтобы восстановить определенный баланс, мы бы хотели, чтобы у президента глобальной организации, чтобы у него было ощущение, что если даже в Китае будет тяжело жить, чтобы он знал, что в России его всегда ждут с теплым чаем и медом. Поэтому я просил бы сюда появиться профессора Жан-Жарва. Он где-то здесь. Вот, и мы хотели получить ему знак того, чтобы он ощущал себя в России всегда уютно и тепло. С нашей, так сказать, самого наш, а чай пусть будет в Китае. Так называется реализация. Я уже познакомился с местными традициями, познакомился с местным населением. И сейчас у меня будет возможность вернуться в Китай с таким прекрасным подарком. Спасибо большое президиуму, спасибо большое организаторам конференции. Также благодарю всех организаций, которые принимали участие в содействии организации данного конгресса. Спасибо большое. Мы с большим вниманием и большой тревогой выслушали сообщение профессора Колина, который дал классификацию тех, ибо сейчас вид Homo sapiens, который существует уже 25 тысяч лет после неандертальца, он вступил в критическую фазу, которая может привести к завершению жизненного цикла. И причем не столько от внешних причин, сколько и от внутренних причин. Внутренних не потому, что процессы происходят, и потому, что неадекватен ответ на те новые угрозы, которые создают сейчас жизнь. Мне кажется, что наша задача заключается сейчас не только в том, чтобы дать классификацию, сколько способствовать тому, чтобы человечество осознало эту систему, эту сумму угроз, смогла выработать эффективный ответ на эти угрозы. И поэтому мы предлагаем выступить с предложением, с нашими рекомендациями к Организации Объединенных Наций о том, чтобы создать на основе международного договора и после обсуждения в Организации Объединенных Наций
Генеральной Ассамблеи, создать глобальную систему мониторинга, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации. Эта система, такая попытка уже предпринималась в 1971 году. Было принято решение, создан департамент в секретариате, заместитель генерального секретаря имеется по реакции на природные катастрофы. Но тогда выделили сумму 10 тысяч долларов. Сейчас тоже суммы не такие большие. Но вот это вот первая попытка ответа глобального на такие угрозы. Пока, я должен сказать, что она все-таки пока мало эффективна. То есть она работает, это все хорошо. Благодарим за это Организацию Объединенных Наций. Она неадекватна сумме нарастающих угрозов, о которых мы сегодня говорили. Вторая попытка предпринята в Евросоюзе. Это же на уровне цивилизации, точнее на уровне двух цивилизаций, западноевропейской и восточноевропейской, которые сейчас пытаются присоединиться, часть евразийской цивилизации и часть цивилизации мусульманской. Так вот, Европейский Союз, он далеко пошел. Материалы, которые вы получили, там описывается создание центра общеевропейского, который наделен уже гораздо более крупными ресурсами. И там отрабатываются технологии и отрабатываются механизмы такой реакции. Но опять-таки мы должны понимать, что это невозможно решить на уровне одной цивилизации, на уровне одной Европы. Тем более, что Европа, в принципе, она сама идет на склон. Она идет на склон, и если смотреть долю ее в мировом населении, было 25%, и идет дело к 7%. Причем в этих 7% все больше будет мусульманского населения. Поэтому и те меры, которые принимаются для того, чтобы развивать однополые браки и так далее, это меры, которые направлены на такое долгосрочное самоубийство, так там вычеркивание этой цивилизации, западноевропейской, по крайней мере, цивилизации. Так что оттуда я не думаю, что мы сможем создать такую на той базе глобальную. Значит, необходимо действительно глобальную. Я думаю, что сейчас осознание это уже есть, ибо та череда катастроф, причем они и те природные, и техногенные, и как Фукусима, когда соединяется то и другое, получается что-то гораздо более такой ужасный гибрид. Да? Но для этого нам нужно, во-первых, я говорю, что осознание этого и заключение международного договора, типа того, который идет по МАКАТЭ, который идет по химическому оружию, это опасность не менее, а я бы сказал, более страшная и более реальная, более повседневная, чем проходит только с учетом ядерных испытаний или оружия ядерного распространения. Дальше. Необходимо создание в самой системе ООН, такого рода организации, которая, видимо, вместе с организацией или внутри с организацией по глобальному оздоровлению окружающей экологической среды может действовать. Необходимо создание системы мониторинга, которая позволит объединить все виды мониторинга, прежде всего космического, но и не только космического, и наземного, и воздушного, и сейсмического. Мы в Боровом как раз смотрели и выдвигали такие предложения о создании Евразийского центра и обратились к Назарбаеву тогда, в центре имени Вернадского, потому что именно там он был в годы войны. Вот. Это сейчас у нас огромное количество наблюдений, но эти наблюдения не систематизированы, не исследованы, и среди ученых противоположное мнение идет по потепление или похолодание, или когда потепление перейдет в похолодание, здесь мы имеем огромный разброс мнений, а реальные тенденции, видите, довольно угрожающие. Значит, это одна система. То есть на базе наблюдений необходимо разработать методологию более надежную, чем сейчас, прогнозирование, предвидение дальнего, срочного, среднесрочного, краткосрочного и оперативного. Потому что, когда Медведев был в Челябинске, там неожиданно упал от метеорит, понимаете, то даже система краткосрочного не сработала, хотя для этого все условия есть. Вот. Поэтому вот это очень важная задача. Могут сделать только ученые, чиновники это делать не способны просто по своей, ну, по своему статусу, по своей деятельности. Дальше нам необходима система реагирования, которая позволит спасать
десятки тысяч и сотни тысяч жизней в результате оперативной реакции на те техногенные и природные катастрофы, которые происходят. Ну вот типа того, что только что происходило в Филиппинах, типа того, что было в Мексиканском заливе и так далее и тому подобное. Так, не путем там, шума и таких действий зеленых, а путем продуманной и путем технически обеспеченной системы, с тем, чтобы в пределах досягаемости можно было в два счета долететь, и, используя экранопланы, используя другие современные технические средства, вместо любой катастрофы, чтобы это можно было помочь. Да? Но это требует, конечно, создания такого рода сил, не вооруженных сил, а сил, которые позволят осуществлять такого рода реагирование, не путем выделения их из национальных систем, а путем создания глобального такого оперативного диспетчерского пункта, который будет включать распределенные по Земле, по планете оперативные пункты и центры наблюдения и так далее. Потому что ну вот мы проводили в Ямале, в Новом Уренгое конференцию, Нобелевский лауреат Терри Каллаган, который вместе с, вместе с Альбертом Гором получил Нобелевскую премию как раз за экологию. Так? Он приехал и говорит, что же вы сделали? Вы же разрушили всю сеть, мы, кроме военных баз, мы разрушили сеть в Арктике метеонаблюдений, которые давали более полную картину по изменениям, которые происходят в Арктике. Но там кухня погоды, и там изменения, которые происходят очень быстро и так далее. Так? То есть здесь нужна очень основательная вот вся эта система, которая сможет работать. Это потребует создания научного центра, опять-таки распределенного центра. Здесь правильно отмечалось, что одной из задач той академии, которую мы формируем, должна быть выработка научных основ, и не только основ, методологии и реализации, систематизации и исследования, и вот реакции, и прогнозирования. Вот всей системы угроз, я думаю, что и профессор Акулин как раз пока он выступал, я подумал, что мы его привлечем к этой академии, особенно у нас там энергоэкологическое направление, они объединятся с Акаевым, объединятся с другими, и мы здесь что-то сможем предложить более реально, ибо, как показывает опыт Никиты Николаевича Моисеева, можно влиять на мировую политику, если вовремя и убедительно это представить. Нам необходимо иметь технические условия, технические средства. То есть это вот задание на инновации, которые направлены на реализацию этих задач. Вот типа того, что случилось там, с комсомольцами или с курсами, или другие средства, которые есть. И нам необходимо, вот совершенно правильно об этом говорилось, система образования. Это очень большая угроза. Идет реально смена поколений. Идет примерно с 11 года на 30 лет пришло время поколения 20-х годов. К сожалению, поколение, перед ним, с одной стороны, стоит очень историческая миссия ответить на те угрозы, которые возникли, при, особенно при поколении 90-х годов. Мы представляем с Николаем Андреевичем поколение 60-х годов. А они оказались не готовы в подавляющей массе, об этом тоже говорилось сегодня, так, не готовы воспринять, не готовы среагировать, не готовы к выработке и особенно реализации стратегических действий. А такого рода ситуация, которая складывается, она требует стратегических действий. Поэтому наша задача, не случайно мы эту академию делаем научно-образовательной и открываем, делаем открытый цивилизационный интернет-университет. Я написал специальный учебник для лидеров нового поколения под названием «Стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций». Но это все очень узкий круг потребителей. Нам необходимо сделать прорыв, и это задача и ученых, и педагогов, а любой ученый, как и Вернадский, это одновременно педагог, а настоящий педагог, он должен быть и ученым. Поэтому сейчас вот эта задача и нашей встречи, мы договорились о том, что мы будем создавать такого рода филиалы и в Пекине, и в Индонезии, там, где там будет проходить в августе 6-й форум Альянса цивилизаций. Мы предлагаем там сделать цивилизационные круглый стол по цивилизационному образованию. Мы договорились о том, что проведение в Германии, вот сегодня об этом как раз я бумажку подписал, Каролин поручает, чтобы она
занялась в Мюнхене созданием такого, такого центра. Делается арабский центр на Украине, в Казахстане. То есть, короче говоря, нужно здесь тоже взрыв сейчас. Взрыв, с помощью которого мы сможем довести до лидеров нового поколения, так, довести вот опасность этих угроз, которые мы осознаем, и методы реакции на них. И сделать их действительно такими реальными инноваторами, которые будут способны ответить на всю сумму. Помните, была книга Станислава Олег «Сумма технологий». Вот сейчас сумма рисков, которые стоят перед человечеством, она требует такого систематического, глубоко квалифицированного ответа. У меня конкретное предложение по итогам нашей сессии. Давайте мы договорились, что мы из наших докладчиков в основном и с привлечением тех, кто не успел выступить, но уже участвует, и прежде всего из МЧС, да, мы создаем группу, которая готовит письмо генеральному секретарю ООН и доклад международного коллектива ученых. Вот примерно тем названием, о которых сегодня проходит наша сессия. Это потребует, наверное, нескольких месяцев. Мы можем, когда мы в Пекине соберемся в следующий раз, в мае месяце, мы можем это включить и в систему целей глобальную обсудить, можем и раньше обсудить, чтобы не опоздать, потому что там сейчас формируется система целей без осознания многих из этих рисков. И давайте получим, постараемся получить поддержку, прежде всего, и наших дальномыслящих деятелей, из лиц, принимающих решения и в России, и в Китае, и в других странах, и в Казахстане, я думаю, он присоединится, может быть, и Украина, осознав, так сказать, риски, тоже присоединится, и другие страны, с тем, чтобы нам выйти все-таки на систематизации рисков, понимание, выйти на программу действий, которая может в течение нескольких лет, но это может и 5, и 10 лет, вообще-то нужно ориентироваться на Рио+30, чтобы мы к тому времени там прошли уже все эти, и чтобы это получило признание такое же, как было первое Рио, да? Вот разработать такую программу, адекватную масштабом этого риска, этой суммы рисков, и с тем, чтобы реально изменить траекторию. Потому что если мы не изменим траекторию, это будет означать, что мы катимся к пропасти. Не мы в широком смысле, в смысле человечества, в смысле рода homo, вида Homo sapiens, который становится все менее sapiens. Да? Homo более потребительский, а вот сапиенса не хватает для ответа на это. Это и есть реальный путь ноосферы. Потому что ноосфера имеет две стороны. Она имеет созидательную и разрушительную. Мы можем силу ума разрушить, то, что сегодня тоже отмечалось, наше хрупкое существование на хрупкой планете. Так. Вот. Но мы можем и осознав эти риски, объединив усилия и по-настоящему включив нашу энергию разума и энергию действий, предотвратить и изменить эту траекторию. Вот я прошу, чтобы мы отметили это в наших рекомендациях, завтра об этом до конца договорились, сформировать, с тем, чтобы мы вот, ну, может быть, за 5 месяцев, за 4, ну, а не месяц у нас следующий кандидат, чтобы мы действительно выявили такой реальный, внушительный, и чтобы он получил вот тут, что наше слабое место. Идет отрыв науки, не только от власти, а от средств массовой информации. А без средств массовой информации, без интернета, без других, как телевидения, нам до нового поколения не достучаться. Толстые книги они не читают. Так? Вот. Не только не понимают, что Земля вокруг Солнца, и Солнце вокруг Земли. Так? То есть на 500 лет до Коперницкий период. Паша, вот это, я думаю, будет очень хорошим результатом нашей встречи. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Пожалуйста. Так, пожалуйста, Николай Васильевич, вы будете заканчивать. Спасибо. Дамы и господа, коллеги, позвольте представиться. Фалько Владимир Иванович, заведующий кафедрой философии Московского государственного университета Леса. Сегодня много говорилось, да и не только сегодня, вчера, о перспективах, угрозах человечеству. И мне вспоминаются в связи с этим те разговоры, которые велись по этому вопросу на предыдущем юбилее, если считать 25 лет назад, на 125-летие со дня рождения Вернадского.
частности, выступление Владимира Ивановича Купцова, которое потом было опубликовано в 90-м, по-моему, году в статье «Не погибнет ли человечество от разума?». И он там сопоставляет две точки зрения на эту перспективу, а именно Вернадского и Шкловского Иосифа Самуиловича, который в своей статье в журнале «Земля и Вселенная» в 85-м году подчеркивал не только опасность, но пытался обосновать неизбежность гибели такой цивилизации, которая достигает космической экспансии, которая достигает высокого уровня технологического развития. И сопоставляя с точки зрения оптимистической Вернадского, который говорил, писал в своей книге «Научная мысль как планетное явление», в настоящее время под влиянием окружающих ужасов жизни, наряду с небывалым расцветом научной мысли, приходится слышать о приближении варварства, о крушении цивилизации, о самоистреблении человечества. Мне представляются эти настроения, эти суждения следствием недостаточно глубокого проникновения в окружающее. Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она является. Этот оптимизм опирается фактически на признание неуклонного, объективного закона ноосферного развития. И Владимир Иванович Купцов говорит, что сегодня мы не можем, подобно Вернадскому, игнорировать так тревожащую нас возможность самоуничтожения человечества. Я думаю, что не существует фатальной неизбежности ни гибели человечества от его разума, как считал Шкловский, ни его перехода в царство гармонии, как утверждал Вернадский. Будущее открыто перед людьми. За него надо бороться, и каким оно будет, зависит во многом от нас самих. То есть от самого разума, от духовности, от нравственности человека, человечества зависит, выживет ли оно. Но это постановка вопроса во многом философская, моральная, и, может быть, еще недостаточно опиравшаяся на науку, как того требовал Вернадский, отвлекаясь от философии, религии, обыденного сознания. Хотя уже были тогда глобальные модели и другие научные обоснования возможной гибели человечества. Что за эти 25 лет произошло? Я думаю, что прежде всего возросла научная обоснованность этих угроз, и мы сегодня в этом не раз убеждались. Во-вторых, мы видим, что сама ноосфера рождается не только научным разумом, она рождается духовностью и нравственностью человека. Поэтому духовность становится предметом не только философских, этических исследований, но таких гуманитарных и общенаучных междисциплинарных исследований, которые могут быть убедительными, доказательными, как и естественно-научные или технические выкладки. Появляются такие подходы, которые делают гуманитарные науки все более строгими, доказательными. И с другой стороны, сама наука, пережив ситуацию своего конца, становится уже не столько объективным отражением действительности, сколько мироотношением, как это показали работы Швырева, некоторых других наших философов науки. И поэтому нужно говорить о том, что мысль вообще, тем более научная мысль, рождается не только космическими, биологическими, геологическими факторами, но и факторами духовными. И в этом отношении мы находим и у самого Вернадского подходы к тому, что называли здесь сегодня живым знанием, того, что не является позитивистским, только лишь объективным знанием, а знанием, интегрирующим и научные, и философские, и этические подходы. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.
Значит, то, о чем Юрий Владимирович говорил, сейчас мы заслушаем сообщение, предложение нашего решения от МЧС России. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Зайко Максим. Я представляю департамент международной деятельности МЧС России. И, наверное, хотелось бы все-таки добавить немножечко позитива. Микрофон. Вы поближе. Вот теперь другой идет. Еще раз. Полный звук. Я представляю департамент международной деятельности МЧС России. И хотелось бы, наверное, от лица МЧС добавить все-таки позитива. В каком смысле? Что на данный момент, точнее, в 2012 году на саммите глав государств, представляющих экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, российская делегация была презентована инициатива по построению глобальной сети взаимодействия между центрами управления кризисной ситуации. То есть в 2012 году эта инициатива, хотя она была презентована, но на самом деле она родилась, скажем, в недрах МЧС гораздо раньше, и мы пытались ее достаточно долгое время вынести на международный уровень, скажем, в рамках G8 пытались ее продвигать, но как-то осознание уровня проблемы на тот момент не было. Сейчас можно сказать, что произошли определенные сдвиги, мы считаем, в лучшую сторону, потому что, например, в этом году мы продолжаем продвигать эту инициативу уже совместно с управлением по координации гуманитарных вопросов ООН. Они тоже поддержали как у нас и презентовали в Брюсселе, в частности, вот эту инициативу уже, скажем так, на общемировом уровне. Пока, скажем, есть понимание того, что такое взаимодействие нужно организовывать. Почему, как бы первые шаги были сделаны в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Наверное, потому что в том регионе все-таки и регион сам большой, и самое большое количество глобальных каких-то катаклизмов на данный момент происходит именно там. И вот яркий пример Филиппины, где потребовалось совершенно недавно взаимодействие всех международных сил. А сейчас основное усилие, как бы, предлагаем для того, чтобы отладить действительно механизм. Потому что не все понимают, скажем, для чего это нужно. Хотя вот недавно тоже была жаркая дискуссия, то есть по поводу того, практическое применение. То есть уж буквально на пальцах вот пришлось объяснять то, что вот здесь вот собрано было, как было едино, очень компактно. Многими докладчиками доложено, что вот эти крупные катастрофы, которые происходят, дай бог, там, чтобы они еще реже происходили раз в 10 лет, но которые требуют этих объединенных усилий. Именно для этого нужна сеть взаимодействия. И сейчас как бы пытаемся, ну, сделать практические шаги. Какие-то протоколы совместные выработки, протоколы общения, протоколы взаимодействия. Поэтому как бы понимание, оно уже, наверное, у кого-то пришло или приходит. В частности, вот эти проблемы, которые обсуждались сегодня. Недавно тоже был семинар «Россия-НАТО». Впервые натовцы, можно сказать, открыто заговорили о проблеме, как они назвали, неблагоприятной космической погоды. То есть вот эти вспышки на Солнце, которые могут действительно крайне негативные воздействия оказать на всю планету, действительно они непредсказуемы на данный момент. То есть мы можем только отреагировать. У нас есть там до 38 часов, чтобы ввести в действие какой-то план реагирования, отключить энергосистемы, чтобы это не привело к каким-то вообще глобальным катаклизмам. Есть там определенные расчеты, они приводили, что буквально через месяц, то есть города, крупные миллионники придут в запустение, и массовые беспорядки покажутся просто маленькой смешной историей по сравнению с теми последствиями, которые могут после этого быть. Конечно, со стороны научного сообщества, вот я сейчас понимаю, что поддержка нужна в том плане, что глобальный взгляд на эти проблемы, то есть есть вот семинары, да, отдельно по космической погоде, есть, ну, семинар по какой-то отдельной проблематике. Но вот эта поддержка, она действительно необходима, мы только за, если будем поддерживать инициативу по построению глобальной сети
заинтересованы в проблематике, как космические угрозы, астероидные опасности. То есть это им близко. Вот, да, конечно, есть определенные сложности, потому что все, мы сталкиваемся на какие-то запреты, все, кто-то боится там рассказать какие-то тайны. И в практическом плане, конечно, сложности есть. Если действительно под эгидой ООН удастся объединить вот эти все усилия, часть России будет только рада. Спасибо. 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 Так, Николай Васильевич. Задумки, которые здесь говорились, они направлены прежде всего на снижение рисков. Причем рисков настолько много, и непонятно откуда вдруг они появляются. Или когда говорим, нужна политическая воля. Да разве мы не видим, что руководство нашей страны, других стран, сознательно, почти что ежедневно, ищет возможность разрешить те или иные политические ситуации. Значит, и политическая воля есть. Не все удается по объективным причинам. Не все дается возможным в решении тех или иных задач. И в этом отношении, конечно, каждый должен исходить из той цели и задачи, и возможностей, которыми он обладает. В этом отношении, ну, как бы есть, да, цель и задача Российской академии наук, экономики, да, нашего проходящего форума, МЧС, который сегодня предложил нам целый ряд направлений. Я бы предложил еще одну новацию, которая бы, может быть, была подхвачена, прежде всего, руководством наших государств. И такую. Вы знаете, что есть голубые каски, да? Которые решают задачу разрешения тех или иных конфликтных ситуаций, которые происходят в тех или иных чрезвычайно обостренных в государствах, и эти голубые каски решают, они находятся под юрисдикцией Организации Объединенных Наций и полностью решают ту задачу, прям скажем, при всей малочисленности этих голубых касок, они решают достаточно серьезно и быстро проблемы, связанные с умиротворением. Не пойти ли по этому пути вот, нам, не создать ли систему, ну, каких касок, честно говоря, не знаю, для МЧС, что можно придумать? Ну, какие-то, наверное, тоже должны быть каски серьезные, да? И постоянно действующие силы развертывания, ведь нам природа может принести неожиданно и сразу такие вещи, о которых мы просто-напросто не сможем ни отмыться, ни спрятаться, ни скрыться.
И вот в этом отношении нужно уже сейчас предлагать Организации Объединенных Наций под свою юрисдикцию создать, ну, хотя бы отряды быстрого реагирования, МЧС, ну, я называю нашу аббревиатуру, а может ее, может быть, назвать как-то по-другому. Реально решающие задачи, которые возникают быстро от тех рисков, которые предполагает нам природа. Вот я внимательно прочитал те предложения и письма, которые мы предлагаем правительству, предлагаем Организации Объединенных Наций, к сожалению, там этих предложений нет. Надо смелее выдвигать, не бояться. Ну, мало ли, если даже скажут, вы поторопились. Ну и что ж, мы поторопились для того, чтобы было лучше людям. Поэтому предлагаю внести вот это предложение в наше обращение и к руководству Организации Объединенных Наций, и к членам, руководителям государств, с которыми мы реально будем обязательно контактировать. И последнее. Нельзя. Вот, Юрий Владимирович – это вообще уникальный человек сам по себе. Настолько сосредоточил в своем сознании и в своих книгах решение вот этой чрезвычайно сложной и ответственной задачи, что просто поражаюсь, как это можно делать один человек. Ему за это огромное спасибо. И мне... Да, я присоединяюсь абсолютно к этому приветствию. Действительно, Юрий Владимирович делает просто уникальную работу сам по себе. Еще не совсем оцененную, но это еще в будущем это будет сделано. И мне бы хотелось, чтобы вот те предложения, которые связаны с внедрением той стратегии, называю стратегией, это не оперативное искусство. Это стратегия самая настоящая, которая должна быть разработана высшим политическим руководством не только нашей страны, но и теми странами, которые реально существуют. Ну вот посмотрите, кто ест сегодня икру у нас? Красная. Кто? Никто. Хотя она подешевела. Почему? Никто не задавался себе вопросом. Да потому что Фукусима практически сняла красную икру, которая находится в Тихоокеанском регионе. Мы должны отслеживать эти вещи, быстро реагировать. Потому что это уже не та игра, которую мы вылавливаем в Охотском море. Я предлагаю включить, ну, здесь продумана вся система реагирования, система, связанная с изучением проблем, которые... И последнее, что бы мне хотелось, конечно, нужно очень внимательно, когда собираем вот такой большой форум, да, мы должны четко определять сначала стратегии и подстратегии соответствующим образом, выставлять, ну, понимание этой стратегии. Спасибо. Удовлетворение, наверное, всех присутствующих за тот круг вопросов, которые мы рассмотрели. Я думаю, что вот объединение усилий Института экономических стратегий, МЧС России, вот, Цитадель, Анатолий Васильевич, то, что докладывала Академия наук, то, что подвел итог Николай Васильевич, вот в таком примерно духе. Как всегда, есть две задачи. Вот сегодня триада это упоминалось. Я думаю, что вот научная поддержка выживания человечества – это ключевая задача. Это может сделать в значительной степени наука. А то, о чем Николай Васильевич говорил, это первостепенные реакции на основные выводы – это наша общая задача. Поэтому, я думаю, Юрий Владимирович, с участием МЧС, Михаил Иванович прислал, Валерий Александрович прислал документы, все это у нас есть. Поэтому та рабочая группа, которая продолжит работу для подготовки документов вместе с нашими китайскими товарищами, появится хорошая возможность для некоторых новых предложений. Интересным в целом является следующая ситуация. На ряде форумов международного уровня было сказано примерно, что белые люди, это мы с вами, сидящие в этом зале, христианская религия, которая находится здесь, в зале, за пределами, достаточно долго управляла земным шаром и породила
большое число угроз, реализовавшихся в виде мировых войн, вот, деградации семьи, образования, о чем мы сегодня говорили. И в целом возникает противостояние двух систем. Все, что мы говорили, в ряде случаев это отвергается. Говорится, что мы источники вот тех больших угроз в сфере человеческой деятельности, и белым дальше доверять будущее мира не стоит. Вот это ислам, так сказать, как мы, кажется, нам это все проявление, это тоже определенная политика, определенная, так сказать, линия поведения уже глобальных, мощнейших цивилизационных блоков, и не цивилизации, а блоки целые. Я думаю, вот на нашем пути надо в первую очередь, конечно, попытаться объединить вот усилия этих блоков. Потому что те идеи, которые мы выдвинем, скажем, вот мы, находящиеся здесь, они могут быть не поняты половиной человечества, имеющего другой цвет, так сказать, другую религию и другие взгляды. Вот как найти здесь компромисс, это одна из фундаментальных задач. Ну а в целом, я думаю, что мы закончим тем, что я часто это вспоминаю, Жан-Жак Руссо, как он называл, проект будущего, он там первый пункт записал такой: общество будущего на критике построить нельзя. Будем строить его на созидании. Вот это, я думаю, очень важно. Не будем. Будем все знать опасности, угрозы, риски, но выдвигать созидательную линию дальнейшей нашей жизни. Без науки, будет ли это белая раса, черная раса, желтая раса, одна религия, другая религия, без науки двигаться дальше нельзя. Поэтому я думаю, что, Юрий Владимирович, вы взяли за это дело, у вас еще очень много работ, не отвлекайтесь. Спасибо. Значит, спасибо всем за хорошую работу. И спасибо Николаю Андреевичу за хорошее руководство нашей секции. Да. И напоминаю, что завтра мы работаем в университете, в финансовом университете при правительстве Российской Федерации на Ленинградском проспекте. Так что милости просим не заблудиться, не приехать в Академию наук. Всего доброго. Вот. Есть вопросы какие-то? Хорошо, ну спасибо.